Привет, маленькие и не маленькие танкисты. Я играю в Вот Блиц. Уже более 5 лет. У меня прокачаны все ветки. Есть почти все премиумные и коллекционные танки. Я не предлагаю вам для набора подписчиков, золота, танков, пропусков и прочего. Все равно, те, кто вам это предлагает, ничего вам не дадут. Однако про игру в Вот Блиц я могу много интересного вам показать и рассказать. Подписывайтесь на мой канал. Учитесь побеждать в боях. В период санкций, для того чтобы сохранить свои видеофайлы, мне пришлось открыть канал на Яндекс.Дзен, лучше бы вам тоже, на всякий случай, на него подписаться. Перебираясь от позиции к позиции. ТИС-5 методично расправляется с противником с помощью пушки с высоким пробитием и хорошей скорострельностью. Ответные выстрелы отскакивают от прочной округлой рубки, давая командиру самоходки ощущение могущества и превосходства. К ним прилагаются звонкие серебряные монеты, очень хорошо зарабатывает серебро, так много, что проще взвешивать, чем считать. Подробнее про эту самоходку можете посмотреть в статье на Дзен, ссылка находится под видео. ТС-5 истребитель танков. 8 уровня. Посмотрите бой, в котором я стал боссом. У меня осталось только 9 фугасных снарядов. Перезарядка в бою 3,8 секунд. Урон бронебойным 400. Орудие 10 уровня. Броню пробивает очень хорошо. Я и не старался особо зарабатывать серебро. Если бы взял бы только бронебойными, а голд снаряды не брал, получил бы 245 710 серебра. А так получил только 222 310 серебра. Thank you.
меня закончились бронебойные и болт-снаряды. Остались только фугасные снаряды. Получить столько серебра за один бой, это очень сильно поднимает настроение. Как ты еще не подписался на канал? Жми эту кнопку и до встречи в следующем выпуске! Хотите каждую неделю получать награды за прохождение прогресса клана? Тогда вступайте в кланы, где это будет возможным. Выполните только одно условие. Вы должны активно играть и будете получать все награды. Надеюсь, видео было вам полезным. Пока, маленькие и не маленькие танкисты.